Бизнес «Матас Рудитали» является лидером рынка Сибирского федерального округа в части производства, проектирования, поставки, монтажа зданий, капитали и сооружений промышленного назначения, чтобы максимально диверсифицировать свое производство и свой бизнес. Вот мы создали уникальное производство. Уникальность его в том, что оно необходимо и востребованность есть во всех отраслях экономики. В сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в нефти, газе, в угольной промышленности. Максимальная мощность сегодняшнего производства – 2400 тонн в год. Сегодня таких предприятий нет за Уралом. Все предприятия, которые были до этого созданы в советские времена, они все закрылись, потому что они громоздкие, большие, высокая себестоимость, высокая доля затрат продукции, потому что они все ручного механизма, ручного исполнения. Мы создали автоматизированный процесс. Автоматизация позволяет сократить максимальную себестоимость. При этом рабочие места, которые мы сегодня организуем, их немало. Для такого предприятия это очень много. 30-80 на втором этапе. Но главным образом продукция востребована на всех рынках не только России, но и за рубежом. Почему? Да потому что мы низкая себестоимость. Логистика позволяет нам сегодня работать не только с предприятием Кузбасса и Сибирского федерального округа. Сегодня мы начинаем поставки на Краснодарский край. Кузнецк «Монтаж Стройдеталь» – это общий проект, в рамках которого и сегодня был открыт завод литейных заготовок. Мы опробировали очень много новаций с точки зрения практик, которые дают льготы и облегчают предпринимателям выживать в трудных наших процессах сегодняшнего времени. Сегодня здесь, в Кузбассе, мы обрели свое новое литейное производство. Производство очень мобильное, как я уже сказал. Оно очень современное и, самое главное, это у нас будет свое. Две индукционные печи, собственный участок для разливки, формовочный участок, модельный участок, капровый шахтовый двор. Это только лишь первооснова и начало большого проекта. Вторым этапом должно стать обрабатывающее производство, обрабатывающее и сборочное. И только потом весь комплекс производственного назначения, который будет на этом заводе, он замкнется. После чего конечная продукция машиностроения будет направляться в сборочный цех, либо на производственную площадку сборочную, где уже будет обретать свою жизнь в народном хозяйстве. Кузнецкий завод литейных заготовок – это предприятие, созданное мной на базе группы компании КМСД. Полностью автоматизированные линии предназначены выпускать детали и заготовки для нефтегазовой промышленности, ЖКХ, водоканалов. Предназначено также восполнить пробел в данной продукции на территории как и Кемеровской области, так и ее за пределами. Мы полностью готовы отработать по программе импортозамещения. На нашем Кузнецком заводе литейных заготовок мы используем формовку по технологии ХТС Альфа-Сет, которая позволяет получить нам отливки с высоким качеством поверхности и избавиться от ряда дефектов, которые проявляются в классической формовке. Наш плавильный комплекс позволяет получить широкий спектр сталей и чугунов, которые используются в различных отраслях промышленности. Весь металл, бывший в употреблении, мы снова отдаем на переплав. Отработанная формовочная смесь идет на линию регенерации и снова используется в технологии. Соответственно, мы с уверенностью можем утверждать, что наше производство технологично и экологично. Все предприятия «Кузнецк Монтаж Рудитали», они зарегистрированы на территории Кузнецка, Кузбасса. Все рабочие места, все налоги, которые сегодня мы будем платить на Кузнецке. Это очень важно, я думаю, для сегодняшнего времени, не только для Кузбасса, для Кузнецка, для России в целом. Мы приглашаем всех наших потенциальных партнеров из угольной отрасли, кто занимается нефтью, газом, кто является потребителем нашей продукции, на наш завод.